Всем привет! Сегодня мы будем слушать «20 Cans» «Розовые сны». Какое хорошее название! Как приятно слушать «Розовые сны», а не розовые какие-нибудь там пацаны или девки. Надеюсь, что тут приличная песенка. Ну что-то какие-то рожки. Опять какие-то рожки. Ну что ж такое-то? Просто смотри, это, скорее всего, если он про сны поет, это суккубы. А суккубы – это демонессы, которые приходят во сне и совращают человека. Я так понял это. Понятно. Ты же это все войдешь в камеру, да? Да? Ну вот видите, сын мне все разъяснил. Сейчас мы будем по-другому относиться к этому. Слушай, разве во сне можно так сильно орать? Он же сразу проснется. Вот знаете, опять, что хочу сказать. Ну, вроде там и голос, вроде так это к року ближе, да? Но вот все-таки трек и вообще все, картинка должна быть достаточно красивая. А это вот она какая-то, вот эти девки рогатые, они какой-то негатив вызывают. А мне кажется, они наоборот так эстетически вписываются. Они эстетически вписываются, но посмотри, блин, какие они рожи корчат. Даже смотреть неприятно. Вот, ну что это вот это? Не, Максим, это, наверное, тебе просто рок нравится. Лучше бы я послушал эту песенку без этого клипа. Было бы получше. Устали, девчонки устали. Глянь, это ее были, это были их розовые сны. Видишь, все ружки отвалились. Не знаю, что-то, вот я говорю, мне не понравился именно клип. Если бы я, ну и соответственно, следом за ним мне не понравился трек, потому что вот этот клип, он был как-то, что-то было слишком много негатива. Вот. И если бы я не смотрела его, возможно, мне бы понравился сам трек, а может быть и не понравился бы. Поставлю я трояк, просто чтобы вы на меня не ругались, но я бы и ниже поставила. Ну, так и быть, трояк. Всем пока.